другу руки. Молодцы, так будете бороться, у вас будете чемпионами. Вас включил, можете бороться. Только Ваня, вот здесь Борис, потому что здесь уже не снимает. Здравствуйте. Вы сами хотите? Или вы хотите сына, дочь? Нет, я хочу. У меня два сына и дочь. Я дети просто так воспитаны, в таком стиле, что они никого не ждали. Но сейчас такое время, что они хотя бы должны знать, как защищаться. У меня не задача сделать из них чемпиона мира. Получится, слава Богу. Ну вы поможете, да, если будет получаться? Если будет получаться, я не помню. Но дети не очень спортивные. Я так считаю, может быть, я ошибаюсь, я в этом подпоминаю. Ваня, где центр, блин? Мате, вот встань в центре. И еще. Я тебе еще раз покажу. Что ты за ним бегаешь? Значит, пятку только уходишь. Что ты делаешь? Значит, где я тебя мешаю бегать? Вот посмотри. Красную линию. Прочерки здесь. Здесь и здесь. Вот в этом квадрате ты работаешь. Сделал шаг сюда, раз, два, вышел. Вот так. Все, я сломал, делать просто не буду. И еще раз. Тебе он нужен как партнер. Значит, делай броски так, чтобы ему приятно было падать. Да, это падает, особенно, да, особенно я работал в Лещановской турнире, Саша, да, это представительство прекрасного пола падает, называется, перелом в спичном диске. Это рисуночка, вот здесь. Хлоп, 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 хлоп. Да, поэтому ну, например, я бы... Например, я упал, я никому не сидел, да. Потому что у меня была травма позвоночника. Так вот, да, надо всех женщин учить, всех девочек. Учить просто страховки. И тогда они будут падать нормально. У меня есть знакомый, который занимался борьбой, и он мне говорит, ты не умеешь, он не умеет. Нет, ну как? Ну, это надо учиться? Это же вот мы приходим на тренировку и каждый раз страховка. Потому что как-то вот здесь вот ты борешься, можешь 1000 раз упасть. А, если падаешь хорошо, значит, ты правильно. А скажите, ваши дети какого года? Старшие дети, девочки, мальчик 12 лет. И младший 7 лет. Ну, очень хорошо. Но примерно это одинаково. Это вопрос, да. Что младший 7 лет, а прямо в сентябре напал, сломал руку. С Людмилой она будет все равно, как Людмила, скажи, может быть, вся теория пока, хотя бы, не знаю. То есть она сама 12, она как бы тоже мало. Нет, она легкоатлетка. А, ой, легкоатлетка, да, точно. Это другая знакомая, не у нас. Ну, во всяком случае, наверное, я их должна буду привезти, чтобы... Да, хотелось бы, конечно, сейчас вот каникулы, сейчас уже немножко полегче. Мне придется даже где-то... Эдик, ко мне! Ко мне. Чё хулиганишь? Чё хулиганишь? 15 сжиманий, приседаний, пресс. 15. Пожалуйста. Нет, потом. Нет, вот сейчас сделай и всё. Нет, ну здесь, чуть дальше. Сам знаешь почему. Значит, они ничем не занимаются, да? Нет. А вы далеко от меня живете? Нет, не очень. Же рядом, ниже, туда, ниже времени, в частном сердце. Ну, вы покажете им, как им идти. И сейчас скоро каникулы. Давайте мы сделаем так. Сейчас у меня там в группе много народу. Вот ближе к каникулам, а там мы каждый день тренируем. Я просто... То есть они все равно в какое время, правильно, да? И в каникулы, да. Да, каникулы, вот. И я просто возьму там еще, может, одного-двоих, и возьму двоих-троих. У него гипс. У него сейчас не гипс. Мы ходим на реабилитацию в школу тенниса, там у него доктор есть. А что он делает? В чем смысле? Массаж? Массаж и иногда тянет, потому что у него после гипса, у него был сложный перелом со свадьбой, гипс был больше, чем пал и рука, плохо расплывается. Должны разобраться. Это локоть? Локоть.
придет сюда, там, доски поделал. Распиенные обеспечения. Возьмет, блядь, что раз бросит вот этот самый мягкий. Хочешь, рука будет. Да. Просто там, я не знаю, что же он там может делать. Ну, я помню, там делали машинку, берешь вот так вот, вылезешь, а потом она... Вы знаете, я прямо сама вот ее разгибаю, и мне приходится такие усилия делать, чтобы ее разогнуть. Это мы считаем, что мы уже разберемся. Доктор считает, что... Идет нормально или нет? Доктор? Вроде ничего. Сегодня мы сделали еще дополнительный рентген, и мы хотим раз посмотреть снимок. Вообще для такого перелома операция была идеальна, потому что он выломал активную ямку полностью. Такой осколок. Это младший старший? Младший. Он у нас такой... А скажите, вот... Все хорошо, но взрыва не было. Пошел хорошо, просто взрыв, поэтому он до конца. В этом случае, Сереж, в этом случае надо самому прыгать. Ты же видишь, все равно бросок идет. Как бы ты ни ушел, он все равно идет на одну оценку, на ипон. Надо было чуть-чуть толкнуться, пью, быстрее, то есть ты бы самому упал. Сделал страх, да. Мы сейчас они закончили. Так время еще не вышло в отдых. Вы опять будете бороться, Сережа? Да. Хорошо, через 5 минут, хорошо? Через 5 минут. Скажите, вот внутричерепного болезни. Есть? Вот или что-то такое. Нет, да? Не было. Хорошо, вот они туда придут и мы посмотрим. Кто готов к свадьбе, да? Ну, не скажу, что такая правда. Ну, вам еще 5 минут, да? Хотя я говорю, я тут же опять не специалист, потому что лучше не буду вообще ничего говорить. Посмотрим. Особо то, что они вот, дома отжимаются. Ну, а в футбол вот они бегают? Вот они вот летом они играют в футбол, именно в футбол. И в школе они постоянно играют. У нас частный двор, да, там мало детей получается, да? Нет. Или это как-то не собираются? У нас хватает, у нас приходят еще ребята, им хватает. А так они в школе в теплое время года, да и сегодня вот я была на медицинском собрании, так активные действия, война со снегом. Значит, еще у нас сегодня что у нас? 18. Так, это у нас где-то, не к этой, где-то вот ближе к 25-23. Вы можете сделать, знаете, что вы можете... Завтра что у нас? Вот среда, в среду мы здесь будем. Никуда после обеда не уходим, мы здесь будем. У нас в среду будет мало народу. Мы тренируемся понедельник, вторник, четверг, пятница. Вот, 4 раза у нас. Ваня, не снимает. Я зря пленку трачу. Где середина? Ты в фокус не попадаешь. Как же ты будешь видеть свою только эту, пятую точку? Ты же для истории. А ты убегаешь. И смотри чаще сюда, улыбайся, рукой помаши. О, скажи, мама, это я. А пока серый, он рукой махает, ему заднюю сделает. Опять не снимаю. Ваня, опять не могу снять. Я не вижу. О, вот сейчас хорошо. Какое время вы обычно проводите? Значит, у меня тренировки таких детей в 14. Сейчас я скажу, я не вижу, чтобы тебя... Да, поймал. Да, так ты помахши рукой. Вот. 14.30, 14. Сейчас он... Да. Все, да? Поклонились? Это будет
немножко позже у вас нету? Позже у нас, понимаете, там уже, ну вот, например, позже у нас вот этот пацан, вот эти два, что боролись. Сейчас еще три девочки у меня побежали кросс бегать, 95-й год, но она уже 6 лет тренируется. Они давно. Более... Да, и здесь я не смогу уделить внимание, а потом я не лежу с собой, то есть мне приходится здесь нагрузку давать, а мне как бы, да, тяжело. Подумать надо. Не в 3 часа только заканчивать или что-то? Да, у них только звонит 3 часа звонок с последнего урока. А что это за лицей такой? Это вот по Пушкина вниз, почти в самый низ. И угу. Там с правой стороны есть такой переулочек, там центр протезирования, и напротив там... Так поздно. А что, не поздно начинать или как ну, обычно? Так вот. И именно у них уроки такие стоящие или там платный час, еще нет, что-то? Нет, нет. Ну, этих уроков практически и нет. Просто посмотрите, да, и договориться же нельзя уйти. Ну, это все-таки, если был бы хоть один день в неделю, угу. Можно было выбраться там 4 дня в неделю. 4 дня, это да. Идеально, вот эти последние уроки. Нет, а потом это... Математика получается там. И последний урок математика, я в шоке. Кто же математику делает писать? Все они должны физкультуру сделать, можно сделать изображение, там, географию, историю, там, где... Ипон? Серега, посмотри на меня, как тебя зовут? Почему ты делаешь одной рукой захват? М? Одной рукой нельзя, знаешь же. Да. Ну, хотя бы так посмотрим здесь и подумаем, может быть, где-то еще есть. То есть, те, может быть, время будет лучше. Я подумаю, посижу, где-то, где можно еще чем-то заняться. Типа борьбой, да. Ну да, что-то из может, вот... что-то ближе есть. Юка. Здравствуйте. Здравствуйте, Владик. Все равно я бы хотела, чтобы они хотя бы хоть глазами обладели, хоть чем-нибудь, хотя бы постоять за себя уже не будет там, чтобы встать. Это только надо... Это только надо ходить. Когда мы подойдем к вам уже на следующей неделе, вот я позвонила вам, наверное, предварительно. На следующей неделе у них начинаются каникулы, вы здесь будете после. Меня не будет, сейчас вам скажу, когда. 27-го меня не будет и, наверное, 28-го. Ага. Просто у нас там Новый год. Да. А так, первое, второе уже, на третье мы, наверное, уже выйдем. И я подойду с ними, вы посмотрите, если не получится у вас по времени, наверное, посоветуйте. Ага. Юка, считайте, я просто говорю оценки. Да. Юка. Еще что-то. Еще. Спасибо так, большое. Пожалуйста. Извините, что не провожаю. Да нет, ничего, спасибо. Навязывать свой захват Сереже. Юрий Александрович, пусть Ваня встанет в центре и не уходит, блин. Не бегает за Сашей. Встань в центре. Не оставь, а это самое. А стой в центре, не двигайся там. Стой на одном месте. Этот, как его? Дима! Там у тебя, где ты сидишь, там есть картонка. Положи туда, в центр картонку, и пусть он одной ногой... Нету? Вот под скамейкой. Белый? Да. А он тут лежит, чтобы... Хорошо, тогда вот под эту возьми, пожалуйста. Вон, вот одну. Вон, у девочек. Не, вон у девочек. И поставь ее белым вниз. Так, Ваня, одной ногой касаешься вот этой. Одной ногой. Ближе подойдите, мальчики. Друг к другу. Вот так, да.
Вот одной ногой касаешься. Все, а Саня подходит, уходит. Давай, Саша. Представь, что это Сергей Анатольевич, ты кожу ему в морду. Представь, что котик это представь. Вот так. Вот, у меня румяные. Так, здрасте. Согрейтесь, все. Изнутри зацеп. Держи штаны. Здесь штаны нужно было взять. Штаны на себя. Так, что такое Bluetooth? Ты знаешь? Родион, что такое Bluetooth? Bluetooth-то? Вот. Мелодию ты мне перекачаешь на мой мобильный. Новогоднюю. Тебе звонили. Да. Оценка кока. А? У меня нет блютуза. Слушай, я вам принесу завтра. Да? Да. Я потерял телефон, как мне поискать? Кого? Мой. Кого потерял? Бегом. Я в шоке. Помогите ему. Телефон. Счет. 33? 30. Думай, Серега, что можно делать. И останавливаешься. Пояс завяжи, развяжи, отдохни. Развяжи пояс. Стой на ковре. Вместе. Завяжи спокойненько, отдохни. От Саши дождешься, этот трусишка еще тот. Он умный трусишка, такой как я, фиг подойдет. Он будет там плеваться издалека, семечками бросаться, но не фиг подойдет. А ты вокруг, у него голова закружится, он упадет. И надаешь ему подсрачников потом. Эдик, отойди чуть-чуть. Давай его. Флоря, мочи его! Аккуратно, Ваня. Нет. В Азаре? Что? Можно. Саша ждет, пока я его буду снимать сейчас. И задушил. Мельницу. Голову выше сверху. Да, тренер слушает. Да. Нет. Да. Нет. Ага. Да. Ага. Ага. Есть. У меня здесь есть уже. И телевизор, и диск, все есть. Да. Ага. Угу. Слушайте, я никак не могу вспомнить. Вот вы мне сказали, кто вы. Вот. А, Колька, дружище, ты здесь? А, вон как, Колька, дружок, милый. Привет, с Новым годом тебя наступающим. Коленька, друг. Я смотрел твои диски, мне понравилось, партер интересный. Конечно.
Те диски, два диска те, они у меня, я смотрел, мне же передали. Вот так, дружище. А я смотрю, номер какой-то зарубежный, черт. И никак не могу понять. А, хорошо. Бэй, все, да, все нормально, Коля, у меня же есть этот email. Тренер К. К такое. Угу. Иногда сбрасываешь что-то информацию. Да. Блокок. Да-да. Ага. Да. Тоже. Ты понимаешь, в Молдавии? Так, когда...